Всем привет, меня зовут Карина, и сегодня мы с вами будем делать упражнение 6, 2, 3, 7. Открываем наш учебник, как обычно скачиваем инструкцию и ПК-файлик. Вот я скачала инструкцию, сохранила и открываем ПК-файлик. Вот наша инструкция открылась, сегодня у нас траблшутинг и сценарий 1. Мы будем искать ошибки в настройке коммутаторов и компьютеров, и потом их исправлять. Вот наше задание уже открылось. Можем ввести имя, email и группу. Окей. Да, подтверждаем. Задание перегрузилось. Можем приступать к выполнению. Так как в русской версии PocketTracer у нас нет текста вот здесь, я его закреплю просто, чтобы видеть результаты. Вот так вот. И буду все делать по инструкции в PDF-файлике. Вот. И первое, что нам нужно сделать, нам нужно из командной строки на каждом компьютере проверить, будет ли успешен пинг. Первое устройство — это PC1 и PC4. Копируем адрес PC4. Открываем PC1. Десктоп. Командная строка. Команда ping, enter. Ждем, пока у нас ping произойдет. А смотрим пока второе устройство. Это PC2 и PC5. Я сразу же скопирую IP-адрес пятого устройства. Вот наш ping неудачный. Первые два неудачные. Третий тоже. Первые два устройства неудачные. Дальше. Открываем PC2. Десктоп, командная строка, ping. И вставляем скопированный нами ранее IP-адрес устройства PC5. И третий, что нам нужно проверить, это PC3 и PC6. Я сразу же копирую IP-адрес PC6. Ctrl-C. Этот ping у нас тоже неудачный. Здесь ставим минус. И, скорее всего, что третий пинг наш тоже не сработает. Но мы лучше проверим. Вот он пингуется. И мы пока смотрим дальше. Нам нужно будет исследовать нашу топологию и понять, в чем проблема неудачных пингов, и найти решение. Вот здесь тоже пинг будет неудачным. Подождем третий пакет. Вот, третий неудачный, четвертый тоже неудачным будет. Открываем наш PDF-файлик и тоже вот минусик. Начинаем исследование сети. Открываем первое устройство, например, это S2, командная строка, enable. И далее нам нужно проверить наши параметры. Вот по этой вот схемке. Первое, нужно проверить порты назначения, которые соответствуют сетям VLAN. Я открою нашу табличку, вот она. И на устройстве S2 вводим команду show, далее VLAN и brief, enter. Вот у нас наша команда открылась. Смотрим. Вот у нас есть порты коммутатора и какой интерфейс к ним должен быть настроен. Например, на S2 на VLAN 10 должен быть настроен Fast Ethernet 0.11. Здесь у нас на 10-м вилане не указано ничего. Смотрим дальше. То есть это первая ошибка. Смотрим дальше. На S2 на порте Fast Ethernet 0.18 должен быть указан 20. Вот 20-й вилан и указано Fast Ethernet 0.18. Здесь все правильно. И последний. На вилан 30 должно быть указано Fast Ethernet 0.6. Вот наш вилан 30. И у нас здесь указано два порта, то есть один лишний. Нам это все нужно будет перенастроить. Закрываем и разворачиваем S2, открываем S1. Командная строка, enable, также show, VLAN, brief. Табличка. И мы можем тоже сверить. Здесь у нас ничего не активно, значит, нам здесь ничего не нужно. Открываем S3. Командная строка, enable, show, VLAN, brief. Вот наши VLAN
Открываем табличку, смотрим. Сделаем немного пошире. Вот. На S3 в 10 VLAN должен быть настроен интерфейсом фаза Ethernet 0.11. Вот 10 VLAN, фаза Ethernet 0.11. Подходит. Далее на фазе Ethernet 0.18 должен быть VLAN 20. Вот 20 VLAN, у нас фаза Ethernet 0.6. А на 30 должно быть 0.6, а у нас 18. То есть здесь наоборот. Тоже это нужно будет перенастроить. Дальше мы исследовали вот это. Далее нам нужно проверить порты и их режимы. Вдруг будет порт, в котором будет неправильный режим. Для этого открываем наш S2 первый. И вводим команду show running config. Можно использовать любую другую команду, которая будет показывать статус интерфейса, но show running config, ну, лично для меня более удобный. Вот у нас настроен гигабит интернет 0.1. Да, так и должно быть. Вот наши интерфейсы G01, G01. Это правильно, но нужно проверить его режим или английский мод. Смотрим, что у нас здесь режим указан неправильный. Нам тоже это нужно будет перенастроить. И последнее, что нам нужно будет проверить, порты и подключены ли они неправильно к устройствам. Этим мы занимаемся немного позже. Я предлагаю сейчас перенастроить наши коммутаторы. Для этого открываем первый коммутатор. Давайте это будет S1. Вводим conf-t, чтобы мы могли приступить к перенастройке. Conf-t. Enter. Далее вводим команду интерфейс фаза Ethernet 0/11. Вводим команду switchport access mode. Switchport mode access. Да. Enter. Далее switchport access VLAN 10. То есть мы настраиваем правильный VLAN. Далее переходим в следующий интерфейс. Интерфейс у нас это фаза Ethernet 0/18. Switchport access mode. Mode access. Далее switchport access VLAN. Теперь у нас VLAN 20. Готово. И еще что нам нужно сделать? Интерфейс. Фаза Ethernet 0/6. Switchport мод access, switchport access VLAN 30. И что нам нужно еще настроить, это интерфейс G01. Интерфейс G0/1. Switchport mode trunk, switchport trunk native VLAN 99, and готово. И на всякий случай запишем нашу конфигурацию. Готово. Мы настроили наш S1. Мы перенастроили все интерфейсы, чтобы они точно были правильны. И переходим к следующему коммутатору. Это S2. Нажмем Enter, чтобы наша команда showRunConfig прошла. Вводим команду conf-t. И перенастраиваем полностью наши интерфейсы на S2. Вводим команду интерфейс. Первый давайте будет fast Ethernet 0.11. Но отключаем его. No switchport
мод. Ой, access. VLAN. У нас был 30. Мы его отключаем. Теперь настраиваем нужный нам. Switchport. Access. Мод. Ай. Switchport. Вот так. Теперь Switchport Access Mod вот здесь. VLAN 10. Готово. Настроили. И нужно еще разобраться с интерфейсом G01. G01. Здесь указан Switchport Mod Trunk. Чтобы он работал в нужном нам режиме. И активируем его. Switchport. Trunk. Native. VLAN. 99. Готово. И также End. Мы разобрались с вторым устройством. И на S3 нам тоже нужно исправить несколько ошибок. У нас там были два интерфейса. Поменены местами. Conf-T. Интерфейс первый пускай будет Fast Ethernet 0.6. Здесь нам нужно его выключить и настроить ему. У нас 6. Сейчас нам на 20. Нам нужно его выключить и настроить ему 30. VLAN. Для этого No Switchport Access VLAN 20, Switchport Access, ой, мод, далее Switchport Access VLAN 30. Готово. Переходим в следующий интерфейс. Это у нас, смотрим, Fast Ethernet 0.18, F0.18, No Switchport, Access VLAN 30. Switchport Mod Access. Далее Switchport Access Mod также. VLAN. Нам нужно настроить на VLAN 20. Настроили. Теперь Exit. Готово. Наконец-то мы разобрались со всеми интерфейсами и их режимами. Давайте теперь проверим наше соединение между устройствами. PC1 подключается с помощью Fast Ethernet 0.11. Да, они вот совпадают, вот интерфейсы. PC2 должен подключаться с помощью Fast Ethernet 0.18. Наводим мышкой на треугольник. Да, интерфейсы совпадают. PC3 должен подключаться с помощью Fast Ethernet 0.6. Да, вот, Fast Ethernet 0.6, Fast Ethernet 0.6. Подходит. Пятый должен подключаться 0.18, а он подключается к Fast Ethernet 0.17. Вот, мы нашли ошибку. Проверим остальные. Вот, у нас было 18, вот 17. 0.6, 0.6, и четвертый 0.11, 0.11. То есть нам нужно переподключить PC5. Для этого просто дважды кликаем на соединение, нажимаем на S3 и подключаем к 18. Да. Теперь нужно нажать кнопочку Fast Forward Time, чтобы... Вот. Мы нажали, прошло определенное количество времени, наш интерфейс активировался, и теперь нам нужно устранить еще последнюю неполадку. Я предлагаю проверить IP-адреса всех устройств. Для этого я открою таблицу IP-адресов. Вот они.
PC1, можем ввести команду ipconfig, а можем просто войти в вкладочку ipconfiguration и проверить ее здесь. На PC1 IP-адрес должен быть 172.17.10.21. Вот он. Маска под CD 255, 255, 255, 0. Подходит. Второе устройство. IP-конфигурация. 172.17.20.22. Маска под CD подходит. PC3. IP-конфигурация. 172.17.30.23. 255, 255, 255, 0. Правильно. PC6, desktop, IP configuration, наша табличка 172.17.50.26. 172.17, а у нас здесь 30. Вот, мы нашли последнюю ошибку. У нас в таблице адресации указано 30, здесь 50. Исправляем. Готово. Закрываем. Да, у нас уже... Наше задание выполнено правильно. Я предлагаю выполнить хотя бы один пинг, чтобы удостовериться, что у нас все работает. Да, вот я запустила пинг с PC1, и у нас с первого же раза все успешно. Значит, мы исправили все ошибки. Думаю, у вас тоже все получилось. А на этом все. Всем пока.